Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В принципе, в прошлом эпизоде мы прокачивали Иви, прокачивали покемонов, эволюционировали Гриммера в Мука, нашли три камня листвы. И, в принципе, будем продолжать прокачивать Иви, сколько у нее уже там счастья. 104, нормально. И словим, наверное, будем искать покемонов, да. Кстати, пришел нам в гости снеговик, зараза, натоптал мне тут. Только пол помыл. Зараза. Так. В принципе, можно, я думаю, еще скрафтить. А, у нас уже хоть или есть. Кто-то заспавнился в экстрим биомах. Кто-то заспавнился в экстрим биомах, биомах. Это или Мью, или Молтрес. Молтрес, красавела. Охренеть. Мы нашли еще одного легендарного покемона. У меня один вопрос. До обновления они также охрененно спавнились, можно сказать. Охрененно, можно сказать. То у нас заспавнился 3 Райквазы за 2 эпизода, то у нас прошел 1 или 2... Нет, 3 эпизода прошло после того, как заспавнился Райквазы, заспавнился Молтрес. У меня один вопрос. Это они просто так охрененно спавнились и до обновления, но просто их не находили, потому что никто не знал, да, что они спавнились. Если, например, вот так подумать, дорогие друзья. Сейчас, если бы сейчас у нас не было обновления, мы бы там сидели возле дома. И тут бы заспавнился Молтрес. Мы бы его хрен нашли, потому что он бы тут заспавнился, и мы бы не знали, что он там заспавнился. И мы бы пошли куда-то в другую сторону, там, убивать других покемонов и прокачиваться, да? Логично. А вот так считать, с обновлением заспавнился легендарный покемон? Написала, вот там легендарный покемон заспавнился там в экстрим биомах, экстрим хиллс биом, да, и мы сразу поняли, что там кто-то заспавнится, и то бишь мы бежим туда искать легендарного покемона. Это, наверное, вот легендарные покемоны так просто-напросто охрененно спавнились, наверное, и до обновления, но просто их никто не находил, потому что никто не знал, что они заспавнились. А вот сейчас мы знаем. Охренеть, у нас еще один легендарша. Легендарный покемон. Легендарный покемон. Сейчас мы попытаемся его словить с ультраболом, что маловероятно. Но суть в том, что еще один легендарный покемон. Я как-то даже, знаю, не очень. Хотя очень радуюсь, потому что легендарный покемон, это же понятно. Офигеть! Ну, да, конечно, шанс никакой, что мы словим легендарного покемона с помощью ультрабола, но попытаться можно. Мы же шайни покемона словили с помощью ультрабола, но шайни это шайни, конечно же. Ну да. Так что давай, иди ты в мастербол, дружище, Молтрес. Так что Молтрес спанится в горах, ну, в принципе, логично. Кого нам еще осталось ловить с легендарных? Это у нас Запдос, который я уже понял, как спавнится. Спасибо, дорогие друзья, что написали. Я, если честно, читаю все ваши комментарии просто-напросто до единого, честное слово. Читаю все комментарии, и, как я понял, Запдос у нас спавнится вот уже в горах, но только тогда, когда идет дождь, и, ну, как бы дождь с молнией, да? Это хрен его знает когда, так как... Дождь с молнией не часто идет. Вообще дождь не часто идет, как по мне. Чармандер. А вот дождь с молнией, ну, в принципе, не знаю. Посмотрим, заспавнится ли когда-то вообще Запдос. О, а, нет, это Дровзи. Я подумал, это Райчу. Похожий был. Так, иди сюда, Белдум, или как тебя там называть. Сейчас мы попытаемся тебя словить. Охренеть, легендарный покемон. Как-то я уже, знаете, даже не так уж и ору, не так уж и сильно радуюсь после того, как у меня за 2 серии заспавнились 3 Райквазы. Как-то уже, знаете, даже у меня уже прошло немножко то чувство, что вот легендарный покемон. Ну, в принципе, это были Райквазы, а вот сейчас у нас... Молтрес, охренеть. Ну и так, действительно, я очень рад. Просто
Не буду очень сильно радоваться, у меня горло болит, немножко простыл. Ну и так, охренеть. Легендарный покемон, Молтрес, твою мать, Белл. Меч убили? Ты че? Бла. Хрен, вот ты козел, Молтрес. Ну какой нафиг Молтрес, Белл? Ну, извини, Молтрес, я не хотел тебя обидеть. Да как, офигеть, Молтрес. Да твою мать, да ты чё, издеваешься? Ах, ладно. А, кстати, идем и, конечно, вызовем вот Молтреса. Че, как я туплю. Легендарный покемон же. Как раз мука поставим в компьютер. Вот так. Молтрес. Артикул. Кто-то там умирает. Дюдут подыхает. Молтрес. Офигеть. Легендарный покемон. То бишь, можно сказать, один Райкваза, один Молтрес мы словили приблизительно... приблизительно за 4 или 5 серий. Офигеть. Сейчас мы, конечно, его проэкспериментируем, что он из себя представляет, конечно же. Лунатона у нас еще нету. Хрен мы его тоже словим. Сколько раз пытался, хрен он ловится. Притом у нас уже и вот этих. Ультрабола почти что нету. Там сколько? 8 штук или 10 осталось. Не очень много, так что... Че, опыт выпал? Ну да, вроде мне уровень повысился. И звук такой был, знаете, когда опыт поднимаешь. Так, давайте опять Райквазу. Нужно идти... похили покемонов, так как уже почти все дохлые. Там-там-там-там-там-там-там-там-там. Молтрес. Офигеть. Ох. Ну, и так, если судить, то нам еще остался Запдос, да? И Мьюту. Мьюту. Хрен мы найдем вот Мьюту. Я там представляю, какой шанс, что заспавнится Мьюту. Ну да, пока я бежал к Метангу, он пропал. Да. Мьюту мы, наверное, все-таки хрен словим, это же Мьюту. Так, идем мы вылечим покемонов, вылечим нашего Молтреса, Райквазу. У нас еще в компьютере Мью и Артикуна, да? Ну да. 4 легендарных покемона, ни хрена себе. Охренеть. Так, идем мы. О, Драгонейр. Как ты отлично заспавнился. Ты приблизительно 30 уровень, как всегда. 30 или 32? Сейчас мы посмотрим. 48. Ни хрена себе ты заспавнился большим уровнем. Так, что у него за атаки? Эмбер. Ну, Эмбер это вроде начальная атака. Давайте вот эту. Чё это? Ух, ни хрена себе ты дубасишь. Ну, с Драгонейра не выпадает алмаз. Ты чё пердишь? Только с Дратини. Или Дратини. Рыбка с Меджикарпа. Так. Наверное, будем ночевать на горе, чтобы заспавнился Мьюту. Всегда будем на горах. Я не знаю. Ну, в принципе, в предыдущих версиях был же Мьюту, да? Ну, как бы, еще не было его спавна. То бишь, он не спавнился. Но вот сейчас я не знаю, спавнится ли он или нет. Ну, в принципе, говорят, что спавнится, значит, может и спавнится. Но, в принципе, будем пытаться его найти, да?
будем, конечно же, питаться. Так, че хотел, че хотел, че хотел. О, как вот этот. Идем вот этого убьем. Идем, идем, идем. Видели? Во благо. Идем, мы этого убьем. А, 25 уровень. А, он в бою написал. Ну, понятно. В принципе, он небольшой уровень, так что ничего страшного. Идем мы вздремнем. Ты что за мной бегаешь? Отлично, 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 отлично. Хорошо, что вообще так быстро нашли Молтреса, что он как бы очень рядом заспавнился. Вот тут, а не где-то вот там, или вот там, или вот там, или еще где-то. Сколько у нас? 7 ультрабуллов, ни хрена. Нужно все-таки опять делать кучу ультраболов. А, так, тут у нас кто? Че, идем мы на гору? Не идем, а полетим. Какие нафиг идем, когда мы словили легендарного покемона? То бишь Молтреса, то бишь нашу птичку, птичку. Птичку, птичку. Вот так, отлично. Так. Потусуемся немножко тут. Ну, в смысле, не потусуемся, побудем. Вдруг кто-то заспавнится опять. Мьюту. Да. Размечтался. Два легендарных... Если два разных легендарных покемона заспавнятся за одну серию, это сдуреть будет. О, Белдум. Или... Да. Нет. Метанг. Иди сюда, зараза. Если ты не словишься... Если ты не словишься, зараза. Ультрабол. Да, ну давай, 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 давай. Затаскивайся в ультрабол и сиди там. Не вылазь, пожалуйста. Не... Это у нас покемон-босс? Это у нас вроде покемон-босс. Я вообще там вдалеке увидел, вроде голден зеленый. Или мне кажется, или меня глючит, или это действительно... Покемон босс, конченый ты метанг, конченый ты метанг. Я думаю, это покемон босс. Вот там далеко, далеко, далеко. Метанг. Во, чуть ли не сказал тебе что-то. Покемон босс, покемон босс. Я не знаю, покемон босс ли это. Он уже пропал. Или он там? Вроде там. Но я не знаю, покемон босс или это меня немножко приглючило. Нет, это все-таки меня приглючило. Да. Глюкануло меня мальца. Фу, твою мать. Конченый метанг. Хрен ловится. Такая же хрень, как и Иви. Хрен словишь. Так, сколько счастья? 115 счастья. Нормально. Так, я видел, тут у нас шахта какая-то, да? Какая нахрен-то шахта? Это какая-то дыра, хрен его знает кого. Ну тут вылазь ты, твою... Так быстрее. Так. Конченый метанг. И Белдум тоже. Ну, это одно и то же. Разные эволюции, но суть в том, что я и не Белдума словил, и не метанга тоже не словил. Что-то они не ловятся. Полетим, полетим, полетим. Полетим. О, там, кстати, Райдон. О, еще один конченый метанг. Ну, в смысле, не конченый, хрена не ловится. Ну, давай, спускайся, спускайся, спускайся. Вот так.
Отлично. Так, Иви, Иви. Да твою мать, твою мать, твою мать. Я бы и сам на тебя напал, но... Так, никого больше нету. Чё, метанка уже пропал? А, вот он. Хрен мы его задубасим. В смысле, не задубасим, а хрен мы его словим. Ам, барам-бам-бам. Давай, Черезар. Не убей только его, пожалуйста. О, норм. А вот сейчас, не знаю, убьем. У, почти убей. Ух, метанг, если ты не словишься, у меня 4 ультрабола осталось. Не нервируй, пожалуйста, 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 метанг, слови, слови, слови. Мать. Я так понимаю, нужно за Генгаром идти, чтобы он его конфьюзил окончательно. Или загипнотизировал. Может не конченый, но скотина это настоящий этот метанг. О, тентакул. Тентакулер, кульер, или как он там называется, его следующая эволюция. Тентакул и тентакулер, вроде как-то так. Тентакруэль. Ну, почти. Белдум. Вижу там Белдума. У меня два ультрабола. Один ультрабол остался. Последняя. Твою мать, да чё я такие на. Поубивал бы, честное слово. Ну, в принципе, я и так его убил, но. Нет, все, у нас уже нет ультраболов. Ни хрена себе быстро 50 штук кончились. Давайте, давайте. Да твою. Чего вы такие борзые? Давайте. О, Лунатон, еще один. Зараза, который хрен ловится. Как я понимаю, вот сейчас опять предстоит делать ультраболы. Может, не сейчас, но предстоит в ближайшем времени, в смысле, даже не в ближайшем, а уже сразу нужно делать, так как нет у нас ну, ультраболов. Это у нас сколько получится? 36 штук, то бишь это у нас получится где-то 12-13 ультраболов. Не скажу, что много, если делать, то уже делать где-то штук 50, чтобы наверняка. Ну как раз есть косточки. Парочку штук возьмем. Идем мы. Я думаю, можно. Можно, конечно же, можно. Конечно же, можно. Так, и вот так. Желтых нам не нужно, так как желтых у нас уже просто дохренище. А, вот так намного проще. А так, если они сами дозревают, то и экономим. Ну, о, отлично. Так, сколько у нас? 62 штуки. Ну, то бишь 30. Да, 30 ультраболов у нас уже есть. Немного, но в принципе нормально. У меня еще там вроде косточки есть в первом доме, вроде. Вроде есть. Ну, туда мы смотаемся, наверное, уже в следующей серии.
В принципе, хрен, что мы будем делать в следующей серии? В следующей серии мы, наверное, все-таки сделаем еще ультрабола. О, гости. Иди отсюда. Так. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот так. Ну да, желтых у нас просто дохренище. А, нет, это не то. Так, никто тут у нас не заспавнился в воде. Хотя бы еще дротини. Ам-ням-ням-ням-ням-ням. Нет. Так, так что, да, все, да, дорогие друзья, на этом, я думаю, мы все-таки закончим. Да. И продолжим в следующем эпизоде. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.